Мне заказали торт на детский новогодний праздник, и ключевой момент – торт должен быть необычным и вызвать эффект вау. Первая мысль – торт-бомба в виде снеговика. Я не собирала подобные торты и решила заранее проэкспериментировать с конструкцией. Диаметры сфер 18, 15 и 12 сантиметров. Снизу торт – облепиха мандарин, рецептом которого я поделюсь на канале в Телеграм. Он получился очень вкусным. В среднем ярусе имбирное печенье, рецепт которого уже есть на моем канале, а сверху – конфеты. Куда же дети без них? Я закрепила ярусы на металлической оси и скрепила их дополнительно шоколадом. Охладив торт, я нанесла велюр и надела на снеговика шапочку и шарф из мастики, раскатав ее на текстурном коврике. Веточки я сделала из флористической проволоки и вафельной бумаги, а для всех мелких деталей декора также использовала мастику, приклеивая ее водой. И вот такой милаш у меня получился. Как вы думаете, понравится эта идея деткам? Обязательно подпишитесь на мой канал в Телеграм, там я размещу рецепт торта. Ссылочка на канал есть под этим видео.